Всем привет! Вы на канале Panda Play. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас с вами инди-хоррор под названием «Когда я сплю». А если ты очень слабонервный, то иди отсюда нахер. Потому что не надо мне здесь это самое разводить сопли слюни и говорить, что «Ой, ты меня напугал, у тебя очень страшные игры». Нет! Я тебя предупреждал, если ты слабонервный, не вздумай смотреть это видео. Потому что, как я думаю, тут будет очень страшно. Не могу ничего гарантировать, игру-то сделал не я, правильно, а я ее лишь прохожу. Поэтому не будем разводить вот эту вот всякую ерунду, и мы будем сразу начинать играть. How to play. Not all items in this game are noticeable. Чего? Найди и интерактируй, cause every click thing will change. Интеракт и ходить. Короче, понятно. Убегать ни от кого нам не нужно будет, я так понимаю, потому что здесь нет кнопочки Shift. И, в принципе, поехали. Ой, какая красивая графика-то. Ой, обосраться просто. Угу. Небо звездное, или это пыль просто. Непонятно. Что делать-то? Что у нас тут такое? Это типа кондиционера, что ли, в потолок встроенного? iPhone 25 миллионов 10. Mail. Не понял сейчас. Space to skip. Hi, Mel. Ладно, проехали. I should go to sleep now. Да вот, ложись спать. Чё ж теперь? Чё у нас на улице-то? А, кстати, нам не сказали про shift. А вот shift-то можно использовать. Эй. Если... А, вот тут можно спать? Да. А чем вот тот диван отличался от вот этого? Тот кожаный, этот мягкий, типа... кожаный тоже мягкий достаточно. На нем тоже удобно спать. Жопка немножко сопреет. Ну и ладно тебе, чё подумаешь. Угу. Что-то страшное начинается. Где я, говорит наш главный герой? А я хуй его знает, если честно. Типа вот так вот скажу. А что это за место? Ты уже спросил, где ты. Что это за место? Психушка какая-то. Это действительно? Да нет, не действительно. Так, нас поместили куда-то. Это, короче, наши сны, я так понимаю. Здесь shift играет обратную роль. Здесь shift начинает идти меня медленно. То есть... Так, это у нас что такое? Это у нас это самое. Ну да, я на shift нажимаю, он медленно начинает идти. Вот, прям нажимаю, и вот оп. Ну-ка, что это такое? Сральные ведра. Ключик. Эту клос. Опа! А кто это меня закрыл? Здорово. Не понял. Не понял. А от чего клос? От чего Е? От чего спать, может быть, ложиться? Нет. Что это такое? И где это мы находимся? Эй! Выпусти меня! Так, я ни сесть, ни встать не могу. Ничего, блях. Ты сральных ведер наложили, и все. И чё, и чё делать? Алло? О! Да кто стучится-то? Ну, открой! Блядь. Я весь мурашка сижу. Хватит стучать! Ты что делаешь-то? Эй! О! Добро пожаловать ко мне! А, домой! Welcome хам. Ту хам вообще. Блять, чуть не обосрался. Выпусти меня! Дурак, блядь! Что делаешь-то? Фонарик. Блять, фонарик. Не люблю фонарики. F-флешлайт. О, блять, комната-то где? Эй! Комнату куда дели? Непонятно. Ладненько. А нахрена здесь эти столько щитков, этих рубильников? Типа, это так положено, что ли? Я надеюсь, что нам ни от кого не придется бегать. Вот что я хочу сказать. Еще очень громкая музыка здесь. Можно как-нибудь... О, сенсивити можно поправить, только музыку. Ай, блядь, ты что делаешь-то? Угу, давай еще, конечно. Блядь, попугай меня всякими дураками. Ну, в дурке в какой-то, я так понимаю, да? Очень громкая нагнетающая музыка. Вообще ничего не понимаю. Надеюсь, нам только бояться надо будет, и ничего больше, потому что если нам придется еще от кого-то бегать, то я не смогу. A piece of pictures. Press E to close. О, бляха, мух, смотри, там еще... Япона, мать, а что здесь за трупы-то валяются? Ну, что это такое-то? Привет. 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 Это типа я должен собрать эту, как ее, картинку, что ли, воедино? Ладно, давай соберем картинку воедино.
Давай, не дури только. Опа! The time is not set. Ну, давай поставим. Так, подожди, и чё дальше? Зачем я сюда пришел? Это нам нужно в тот темный коридор идти? А я не хочу в тот темный коридор идти. О, смотри-ка. Помещение поменялось. Ну-кся. И куда нам надо идти? Пойдем вот сюда. Ай, блядь! Ты чё делаешь-то? С такими звуками еще, блядь, противными. Фу. Бля, аж мурашками жопа покрылась, бляха-муха. Опа, это надо вот сюда поставить. Да оно выбежит, вот эта дура сейчас. Чё это такое? Я не буду оборачиваться. Иди ты в жопу, дура. Дайте за скриню. Я проснулся или сплю? Бляха-муха. Затянули долго вот эта вот эта дура шла, или дурак, я не знаю, кто это такая, тетка какая-то, или мужик, я не знаю, что это за существо шло. О, ни хрена себе, какой яркий фонарь, мне кажется, он был гораздо более тусклым. Даже меня что-то все зачесалось, не могу. Когда там уже конец-то, блядь? Я уже не могу, у меня жопа вся трясется. Че это за меч Артура? Из камня надо вытащить, что ли, его? Или что это? Свечка? Свечка. А нет, something to light up. It up. Чего? It up. А чё? Давай пойдем налево. Налево по-любому пойдем, потому что не видно нихуя вообще. А он и не идет туда, вот, блядь, что я тебе хочу сказать. Опа! Дом поменялся. Это мне в доме надо зажигалку найти. Слушай, давай ты будешь ходить немножечко побыстрее. Это на... Чего, блядь? Чего? 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 Где? Блять, такие страшные звуки. Блин, вот это... Сейчас вот пугает меня обосраться. Сейчас будет как... Ой! Какой тустой, какой маленький домик, какой... Ключик. Тьфу, блядь, я ж плюнул. Ключик. Надеюсь, он не от подвала. Часики. Полночь. Урна. Что в урне? Ничего в урне нет. Я хочу отвлечься от чего-то. От икры просто и что-нибудь поделать. Мне страшно, мне страшно, мне очень страшно. Опа! Спички! Спички нашел, пойдем. Опа, у тебя шкафчик есть? Нет, ничего в шкафчике нет. Да пойдем, побежали быстрее уже, ну. Я устал идти уже так медленно. Давай быстрее, давай, 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 давай. Не страшно уже, все. Все, уже мурашки последние дошли. Вот они, все. Все, я выиграл. You reached so far, the end is near. Не знаю, как это переводится. Ты что-то где-то далеко, так далеко, конец близок, наверное. Я не понял, что это. О, блин, а где дом? Эй, слышь? Дом-то где? И что делать-то? Что делать-то? Опа, ступенечки. И куда это я так пойду сейчас? Склеп, что ли, какой-то? Или что? Давай, не надо, я сам умею двери открывать. Давай. Опа, чуть это железная комната. Коридорчики. Коридорчики, это здорово, но... Не настолько здорово, как я бы мог подумать. Ой, бляха, муха. Когда конец этой игры будет уже? Хочу выиграть и все, и закончить. Ёб твою мать. Записки нужно найти еще, что ли? Одну, а сколько надо? Ну, пойдем туда, а чё ж теперь? Направо пойдем. Записочка лежит. Так, ты давай не дури. Вторая записочка нашлась. Уже радует что-то, знаешь, это типа прям прогресс какой-то. Это я оттуда пришел, да? Да, оттуда пришел. Блять, как
медленно он ходит, это просто невыносимо. Я иду так медленно, что мне прям хочется побыстрее побежать. Так, записку вижу еще одну, третью. Но я так понимаю, их четыре, потому что выглядит как четверть. О, ключик какой-то. Что это за ключик у нас? Угу. Давно нас не пугали, мне кажется. Нужно сейчас что-то сделать. Это ключи от двери, от той. Но нам дверь-то не нужна, нам нужна вон там записка. Вон, записка лежит. Очень давит, кстати, звук. Он очень такой низкий. Он прям низкий-низкий. Если ты слушаешь это в наушниках, то ты понимаешь, о чем я говорю. Нет никого вроде бы. Я просто оборачиваться боюсь, когда в такие вот моменты, типа, этот скрип, наверное, срабатывает какой-нибудь, и все, и начинается там, типа, бу-бу, блядь, еще что-нибудь нам показывают страшное. То есть ты назад оборачиваешься, и все, и там что-то какая-нибудь страхуила какая-нибудь стоять, и все, и сердце в пятки, и умираешь. Опа! Wake up, and find the way, чтобы найти из этого кошмар. He is here. А, просыпайся, просыпайся и найди путь выхода из этого кошмара. Он здесь. Кто где здесь? Блять, чуть не... Кто? Где? Где он? И чё, и как я здесь найду путь из этого кошмара? Уходи! Заскриню, блять, пока это. А, нет, вот сейчас вот так. Ты дед, говорит. И чё? И чё? И чё это получается, что я... Это самое, как его? Не понял. Это с какого момента я буду сейчас перепроходить? А как я должен был оттуда убежать-то? Он с одного... этого... маха мне долбанул и все и говорит... Ёб твою мать. Ты смотри, как далеко это. Опа! Дом сразу стоит. Ладно, здесь нам уже бояться нечего. Сейчас тут что-то испугает, по-моему, нас, нет? Да, испугало. Потому что я спиной шел и не видел. Можно было побыстрее бегать, было бы вообще отлично. Я понял, все, берем ключ. Я понял, берем ключ, идем за спичками. Спички берем, идем домой. Ой, домой, это поджигаем свечку. Здесь ничего страшного не происходит. То есть, как бы как таковое, мы самое страшное это прошли уже, я так понимаю. Потому что здесь осталось только вот этот вот именно квест какой-то выполнить. У меня ж в горле все пересохло, блин, страшная игрушка. Так. Мы идем по лестнице, наверх. Бежать можно было бы вообще огонь. Но, блин, ну почему убрали бег? Почему дома можно было бегать, а здесь нельзя бегать? Что за несправедливость? Здесь нам нужно собирать записки. Нужно собрать 4 записки, а потом убежать. А куда убежать? Куда можно убежать, если у меня нет времени на это? То есть там коридор длиннющий, он слева выходит. А как я оттуда убегу? И самое интересное, с ним нельзя как-то разойтись. Он, блин, находит тебя, ну как, он достает до тебя. Я пытался обойти, а он не обошелся, понимаешь? Вот чё, в чем весь юмор. Это грустно, потому что у меня даже нет никакой второй попытки, то есть второго шанса как такового выбраться. То есть нет шанса у меня получить пиздюлей и выйти там раненым хотя бы. Он просто на бок свалился и все, и сказал: хорош, пожил и хватит. Никуда мы не пойдем сегодня, вот и все. Казалось бы, да? Сейчас мы ключик справа подберем. Радует, что здесь нет ничего такого рандомно спавнищегося. Потому что если бы здесь был рандомный спавн этих вот, как их называется, записок, монстров, всяких вот этих вот, как они называются, ну, всего вот этого вот, вот интерьера того же самого, было бы вообще люто, блин, неудобно, и я бы не стал перепроходить, я бы вот прям на этом месте и закончил бы, потому что, ну, знаешь, это типа, ну, некрасиво как-то получается потом. Перепроходишь 100 раз разную игру, ну, зачем ее делать такую?
Ты сделал игру, она должна быть игрой, блин. Сюжет линейный должен быть. Это хоррор, он, блин, не Outlast же все-таки в конце-то концов. Ты делаешь хоррор, чтобы побояться, а не чтобы, блядь, такую задачу решить, которая не решается. Он идет за мной. Он прям за спиной у меня. И у меня нет шансов на ошибку. Но я сейчас ошибусь, по-моему. Я иду в обратном направлении, и тут нет ни хрена, прикинь. Надо было в ту светлую комнату, наверное, заходить. Да пошел ты в жопу, блядь! Вот и все, вот что я тебе хочу сказать. Ладно, ребят, на этом мы закончим, потому что я не вижу смысла перепроходить. Я нажму ретрай только для того, чтобы сказать, потому что меня, мне кажется, не слышно, потому что очень-очень громко я сам себя не слышу. Не вижу смысла перепроходить еще раз эту игру, потому что я не понимаю, в какую сторону бежать. Типа, нужно выбежать, найти выход, блядь. Это можно 150 раз это делать, потому что дальше ничего страшного нет. Ты просто выходишь из этого кошмара, я так понимаю, и все. То есть, конец игры. Все. Если знаете, что там было дальше, и там что-то было очень интересное, то можете написать в комментариях, и я перепройду, попробую еще раз пройти. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.